Если они на базе, они стопудово попрутся смотреть. Не, они не на базе. Они будут так тебя, блин, я готов стрелять. Давай. Только не по базе им стреляют. Да, конечно, конечно. Они просто могут еще быть в городе Т3. Да, я не говорю, они скажут. Мы же там их убивали. Подождем немножко, если никого не найдем, будем думать, что дальше делать. В город пойдем, в городе их искать. Бля, ну в городе С3, Д4 в городе в большом там лагает. Да, я блядь, опа, на крыше, на крыше, на крыше, на крыше, на крыше вылез. Тихо. 350 метров. Ну, давай, работаем. Я могу убить или ты? Я убью. Давай, нет, убивай. Он встал. К краю сейчас подбежал. С Барреттом он. Наверняка только сработает. Он двигается. Пока ты убьёшь, блядь. Убил? Да. Хорош. Я не контролю базу сейчас. Вы контролите? Я контролю базу. Вижу. В щели. Сидит. Какой? Который, где ты, помнишь, рубил, чтобы мне видеть? А, понял. Фулл обвесе был. Я смотрю эту щель. Левая самая, да, получается? Да, да, да. 250 метров. В эту сторону смотрю. А, мне не видно. У меня деревья. Хуйня. На крыше стоит. На доме. Их двое. Их двое, я не буду его убивать. Он стоит в рыжем, во всем, на стенке дома. Посредине дома прям стоит. Он байтит. А там уж другой смотрит. А, ну ты давай не это самое. Не пались там сильно. Ну давай убью тогда его, ладно. Голову взорвал. 40 хп дали. Ой, 40 очков дали. Опа, слева, левая щель. Понял. Появился на мгновение появился. Surprise, motherfucker! Голову взорвал. Где? В щели? Да, в щели. Да, я видел там такие куски мяса, блядь. Как будто там пол свиньи разорвало на куски.